случае стихийного бедствия они придут на помощь. В Алтайском крае планируют сформировать студенческий спасательный отряд. Известно, что состоять он будет из учащихся педагогического университета, который получает специальность на спортивном факультете и знают основы безопасности жизнедеятельности. В первый студенческий спасательный отряд можно попасть только добровольно. Состоять он будет из 20 человек. После того, как отряд будет сформирован, ребятам предстоит пройти курсы по оказанию первой медицинской помощи, освоить правила поведения при ликвидации последствий стихийных бедствий. Курсы для молодых спасателей проведут сотрудники регионального МЧС.